Глава Сургута в своих соцсетях рассказал, что держит на контроле восстановительные работы на центральной площади. Напомню, в среду утром там образовался довольно серьезный провал грунта. Повреждено примерно 30 квадратных метров территории, которая просела на глубину около 2,5 метров. Причиной назвали длительное воздействие газовой коррозии на железобетонную конструкцию, которая находится в эксплуатации более 30 лет. Аварийный участок, где произошел провал грунта, локализован. Ремонтная бригада выполняет монтаж трубопровода для временной перекачки стоков, минуя участок коллектора. Транспортировка канализационных стоков в коллекторе восстановлена. Специалисты СГМУ «Горводоканал» разрабатывают план работ по восстановлению аварийного трубопровода. О сроках Максим Слепов пообещал сообщить дополнительно.